Ялсин, на рынке Хингхэй нашли один из тех жилетов, которые носят арестанты. Может, этот парень еще там? Там легко спрятаться. Спасибо за подсказку. Только почему ты не отвечал? Не знаю насчет проводников, но обычные люди иногда ходят в туалет. Откуда ты вообще знаешь, где что происходит? Тут даже у стен есть глаза и уши. У меня влиятельные друзья, птицы высокого полета. Хорошие, наверное, друзья. Да, лучше не придумаешь.
совсем зазвездился? Чтоб ты сдох. Человек из сказки и баллончик краски. Здравствуйте, это Дес. Хотите сообщить о преступлении биотеррориста? Я тут подумал, а какие у вас планы на вечер? Я знаю один замечательный рекламный щит, который недавно разрисовали. Очень милый. Это невыносимо. Оставайтесь на месте. Дес уже выехал. Ну, слишком легко.
Если бы на мне был такой жилет, я бы от него как можно быстрее избавился, потому что выглядит отстойно. И еще потому, что на нем как будто написано: «Бейте меня, я биотеррорист». Мне бы понадобилось укромное место, чтобы переодеться. С запирающейся дверью, где можно присесть. Сортир – идеальный вариант. Одним выстрелом двух зайцев. Кто из вас их укрывает? Плохое начало. Знаете, что ли, что это из-за биотеррористов Дес на нас наехал? Ха-ха, английский не понимаю. Ага, а вот давай-ка мы их сейчас научим. Отлично, задиры билингвы. Где его кровь? Неа. Нет? Ладно. Я не из ДЭС! И я не из тех, кто любит подглядывать за людьми в сортире! Эй! Я его первый увидел! Ангелы шустрые. Делсин, я в районе фонарей. Ты еще тут? Да, ты как раз вовремя. Что тут творится? Оставишь тебя одного на пару часов, и тут уже ангелы людей похищают. Это как-то связано с проводником, которого мы ищем. Я тут освободил целую колонну арестантов ДЭС. Он один из них. Ну, тебе повезло, что я с тобой. Я умею ловить беглецов. Короче, ищи людей в черно-желтых жилетах. Один такой жилет валялся тут, на рынке Хинг-Хэй. Такой еще фиг снимешь, там куча замков. Вообще здорово ты наловчился охотиться на людей. Когда домой приедем, я возьму тебя в помощники. А то сидишь без работы. Нет, спасибо. Одного копа в семье более чем достаточно. Один засел на подъемном кране! За ним! Не возражаете, что я с вами?
Дерзай! Мы тебе сейчас башку оторвем, мутант! Я вам ничего не сделал! Ты позор человечества! Была бы у тебя совесть, ты бы сам зарезал! Зараза! Они нас окружили! Там шебуршится. Я не дурак, я герой. Я не один из них, не приближайся! Нет. Нет! Ну надо же! И чего я напрягался? Лучше б дали упасть. Может, я бы хоть из трупа крохи силы вытянул. Не знаю, кто этих ангелов насылает, но меня это бесит. Они всех проводников расхватали. Так что, ничего нового? Да ладно бы одни ангелы. Тут еще какие-то злые мужики ходят, тоже ищут жилетоидов. Это акулы. Довольно известная банда забияк из международного района. Держись от них подальше. Держаться подальше? Да я их валю, как нечего делать. Эй, успокойся. Самое время призвать на помощь копа. Встречаемся у туалета на рынке Хингхэй. У меня есть безумная идея. Ладно, буду ждать тебя у туалета. Слушай, я не... Доверься мне, я же коп. Ты слишком часто об этом напоминаешь. Oh!
Это чё? Как тебе? Эту штуку было трудно напялить, тем более там. Вонь просто невыносимая. Ну да ладно. Лови! Тебя ловить, что ли? Да-да-да, лови, стреляй. Не в меня. Рядом со мной. Пока не явится кто-то из ангелов. Ну да, конечно, мне же справиться с ангелом расплюнуть. Они тебя схватят и унесут, хрен знает куда. Знаю, знаю, слушай, когда ты теряешь телефон, ты просто на него звонишь, так? Ну? Так у нас спутниковая связь. А, так ты ходячий прибор слежения, понял? Да, все должно смотреться правдоподобно, но не слишком. Только чтобы ангелов одурачить. Врубился? А, могу врубить прямо между нет, глаз. Нет, ты... Да ну тебя. Ха. Идея. Ох, сейчас я постебусь. А, бойтесь меня! Я биотеррорист! Бегите в страхе, ибо у меня есть сила! Страшная, страшная, кошмарная суперсила! Ну нет, я никогда не сдамся! Я биотеррорист! Я ем детей и... Котят! Слушай, проводники так не делают. Идиот! Бойтесь моей силы! Склонитесь передо мной! Можно не кланяться, правда? Эй, что я говорил? Бегите, смертные! Я могу испепелить вас одним мановением мизинца! А копы писают в кровать. И пошел на взлет. Эй, эй, не теряй сигнал! И не будь козлом! Эй, нельзя помедленнее. У меня это первый раз с ангелом. Ого, у вас у ангелов такие нежные руки. Тебе кто-нибудь это говорил? Слушай, скажи честно, ты знаешь, куда летишь? Если заблудился, можем спросить у местных. Я не против. Ангелы из видеоигры? И как я не допер? Фу, не нравится, что я по экрану стреляю? Это ваш дом? Это там у вас вешалка для нимбов? Так их, долби по экрану! По-моему, им от этого очень паршиво! Не трепыхайся, дай мне прицелиться! Да, гореть мне теперь в аду. Налетай, я вас всех сложу! Деретесь, как херувимы!
Никогда я не любил рекламу. Так, а куда Реджи делся? Ну что сказать, брат, из тебя отличная приманка. Ты чё, все сработало же. Мы нашли логово этого повелителя ангелов. Ну, пошли за ним. Я сниму эту хрень и пойду усну где-нибудь в слезах. Там внизу будет куча всяких сюрпризов. И это, брат, давай сам. Господи. Эй, ну чё ты надулся? Ты ведь сам все придумал. Я сделал мир лучше.
Всегда пожалуйста. Содержалась одна девушка в чале. Похоже, Августина отправила ее туда еще до формирования Деза. Челия стала первой заключенной. И провела в этой тюрьме столько, что... потеряла всякое представление о внешнем мире. Когда ей сообщили новость о предстоящем переводе в другой комплекс, она растерялась. Кирдан Кей был ее жизнью. Она не могла смириться с мыслью, что его придется покинуть. За день до переезда она убила себя своей же способностью. Ну да, ребята, у вас скоро закончатся неразрисованные щиты, а я не знаю, к кому обратиться по поводу этого вопроса. Прекратите сейчас же. Вы наносите вред только себе и десяткам агентов ДЭС. И готовиться к отъезду. Готов это слушать бесконечно. Ugh.
Тускнеет. Thank you.
Извращенцы! Меня на мушке.
рыбам на корм. Боже, нет! Нет, нет, нет! От тебя одни проблемы. Ай да Делсин, ай да сукин сын! Юджин, спасибо за помощь. Я нашел логово проводника. Сейчас туда зайду. Ой, нет, лучше не надо. Слушай, он проводник, который даже сам драться не хочет. Что он мне сделает? Нет, нет, правда, не ходи туда. Я тебе потом отзвонюсь. Ладно, пойдем за новыми трюками. Так, значит, здесь и делают ангелов. Ау! Есть кто дома? Ладно, не то чтобы я этого ожидал. Ладно. О, а он больше, чем я думал. Я тот, кто здесь живет. Ты вторгся в мои владения. Никто никуда не вторгся. Понятно? Мне просто нужна твоя сила.
Зараза! Надо вернуться! Откуда этот свет? Жилеты есть, людей нет. Куда он их дел? В пристройке к твоим владениям лежат жилеты. Это там ты пытаешь людей, которых тебе приносят твои крылатые макаки? Моим гостям уготовано спасение, а не страдания. Ты прав, это не мое дело. Я пришел за суперсилой. Ты ищешь власти, но найдешь лишь боль. Не так-то это просто, когда некому схватить меня и унести. О, ты можешь обрушить пол? Надо с этим завязывать. Из лавы, Делфин, быстрей! Определенно вредно для здоровья. Так и думал, это лава. Надо с этим завязывать. Прочь из лавы, Делфин, быстрей! Определенно вредно для здоровья.
И я снова на штрафной скамье. Но я не уйду, пока не получу то, зачем пришел. Наскучило твое общество! Может, хватит уже прятаться за спинами летучих нянек? Не оттягивай неизбежное! Так и думал, это лава. Надо с этим завязывать. Прочь из лавы, Делфин, быстрей! Определенно вредно для здоровья. Да хватит уже лавы!
школе я старался быть как все. Быть незаметным, невидимым. Но хулиганы меня все равно находили. От них не спрячешься. Я чувствовал себя человеком, только когда играл в небесный костер. Эта игра шла по моим правилам. Я мог вызвать ангелов, чтобы защитить невинных. И демонов, чтобы наказать задир. Но настоящий мир, он мне был не подвластен. Сначала я старался не обращать внимания. Но однажды они зашли слишком далеко. Когда приехали люди из ДЭС, они сказали, что заберут меня в другую школу. Школу для таких, как я. Особенных. 6 лет она подключала меня к своим аппаратам. Заставляла вызывать ангелов, но не давала им меня спасти. А потом авария. Это был мой шанс. Шанс наконец-то по-настоящему исчезнуть. Там, где меня никто не найдет. Но потом я увидел, как они хватают людей. Таких же, как я. Я знал, что она собирается с ними сделать. И я понял. Мы должны ей помешать. Это хрень. Мне показалось, ты влип, но я и сорвался. Да, да, ничего, ничего, спасибо. Без тебя бы не смог. Хотя смог бы. И ты не поверишь, что я теперь умею. Знать бы только, что именно я умею. И ты избавил город от похитителя. Эй, полегче, не похитителя, он скорее спасатель. Делсин, послушай. Он хватал проводников на улицах против их воли. Это похищение. Сбавь обороты. Во-первых, спасибо за слово «проводники». А во-вторых, не будь скотиной. Слушай, ладно. Я не буду с тобой спорить. Но для всех будет лучше, если он сядет в клетку. Ты... Погоди, пока здесь. На 2 слова. Я думал, ты как раз за то, чтобы не запирать людей без суда и следствия. Обычно все так и есть. То есть ты отказываешься от своих принципов, когда тебе это удобно? Ну так давай, нацепи рыжий паричок и назовись Августиной. Может, на Хэллоуин? Лады. Тогда мы с геймером сейчас поболтаем немножко, один на один. А ты нам не мешай. Ладно. Если что, я снаружи. Идет? О, и спасибо тебе за помощь. Без тебя бы я не смог. А нет, еще как смог. Да, во второй раз смешнее не стало. Ну, Юджин. Что скажешь, брат? Прошвырнемся с тобой по городу, ты научишь меня своим трюкам, а я научу тебя клеить девок. Воздадимся по заслугам. Ну, хорошо бы найти тех русских, которые издевались над пленниками, и навалять им как следует. Круто. Давай тянемся. Замазали, да? Да. Мы восстанем! И научим всех нас уважать... Хоть с того света. Надо опробовать.